квартире он бегал, занимался спортом и проходило его детство. На этом месте, после моих тренировок по рукопашному бою, когда я приходил и показывал, как надо отжиматься, он отжимался не менее 50 раз. Ему было уже 3-4 годика. Часто навещают, мы вместе проводим время, и жизнь продолжается. И если бы так на себя повесить, еще и ехать, знаешь, дорогу снимать. Взял фонарики свои. Да, я положил в рюкзак. Ну все, я поехал за водой. Хорошо, давай. Ага. Видишь, какое приближение классное вообще. Аварийную ситуацию создает на дороге.